Всем здорово, всем привет. Приехал делать Opel Meriva, не заводится. В этом ключике центральный замок работает, а в этом ключике нет транспондера. Но транспондера нету и в этом ключике, как ни странно. Начинаем делать машинку. Берем новый транспондер, такой вот, кладем в окошко и генерируем. Процесс генерации транспондера пошел. Нифига себе. Детектин транспондер и не может определить, что мне это не нравится. Может, и в всех ключах есть. Сейчас посмотрим. Может, чудит сей чудный прибор. Так, ну-ка давайте посмотрим клоны транспондер прочитать. Нет, нормально читается, как видите. Почему-то не может сгенерировать. Як там? Добро. Да ты как бы файски сказал. Пин-код ешь мам. Пин-код ешь мам от самого, да. Ага. Але ты с ним, что кидать был такий, старший? Przepraszam? To był ten kod, co kiedyś tam był, czy znowu? To tej, który był w samochodzie. Aha. Dobra, ja teraz po fajki zaspiszę, dobra? Dobra. Tak, i zaczynamy generować. A on i tak już zgenerowany. Interesne, czy on nie chce go zadetektować. Ладно, не будем мучить технику. Если не сгенерирует. О, сгенерировал, отлично. Вероятно, мой ключ рядом находился. Теперь будем привязывать этот транспондер. Так, потом уже будем куролесить. Так, выключаем зажигание. Пин-код у нас уже есть. Так, заходим в опельки, выбираем опель, выбор модели, Meriva, а, судя по году, заходим, нам надо сделать Blade. А, так, программировать пока не полезем блоки, хотя... Не, не будем. Вы уверены? Да. Insert key into ignition switch. Всунул. Вводим пин-код. 7935. Что я несу? 1759. Такой он пин-код. И говорим окей. Да. Выключить зажигание. Включить зажигание. Окей. Связывается. Ключей в памяти 0. Окей. Внешняя ошибка. Будем разбираться. А причиной всему оказалось то, что XT15 хреново делаются генерация их в ID40. Для ID40 апелевских используем исключительно 7935. А не XT15 от X-Horse, потому что, в общем-то, долго-долго мучился и ни хрена не получилось. Взял 7935 оригинальный, и машинка завелась. Вот такая интересная картина. А вы не забывайте о том, что
работать с иммобилайзерами можете научиться на наших курсах. Обращаемся. Вайбер, WhatsApp. Всем до скорых встреч. Пока. Пока.